Кстати, Яндекс вы упомянули. Это тоже из частых ваших высказываний в телевизионных интервью. Вы говорите, что если Google – это Maybach, то Яндекс – это Mercedes, по меньшей мере. Да, 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 без всякого сомнения. Без всякого сомнения. Ну, на самом деле, мы же понимаем, что дистанция это все равно есть. Колоссальная. Она только измеряется в другом. Она измеряется не в голове. Ну, то есть у нас с программистами все хорошо. Мы могли бы выдать. Есть действительно большая проблема, ну, знаете, как вот, знаете, где родился, там и пригодился. Да? Вот есть понятие ареала языкового. Почему во Франции нет своего поисковика? Да их просто физически мало. Вот, знаете, вот есть объемы, после которых... Так, я прошу прощения, а половина франкофонной Африки? Африка нищая. Может быть, когда-нибудь, когда они вот, к ним интернет проникнет, да, возможно, что-то будет. Да? Но компания Google работает, в первую очередь, на англоязычном рынке. Все, что они сделали, у них сразу... Вот я потратил, мы же тратим одно и то же время, это одни и те же деньги на разработку какого-то продукта. Например, поисковик у меня и поисковик в Америке. Там накладывается платежеспособность населения, но мало того, еще и охват. То есть англоязычная аудитория условно в 5 раз больше. Соответственно, они могут заработать в 3 раза больше на аудитории и в 5 раз больше по охвату. То есть на рубль вложений ты получаешь, условно говоря, в 10 раз больше доход. А у нас русскоязычная аудитория. Ну, а где у нас русскоязычная аудитория? Это бывшая СНГ. Не самая богатая история, правильно же, да? Вот. И мы сами, которые тоже находимся в какой-то странной истории, но и по миру. То есть нас реально там 1 350 000. И поэтому наши доходы, они упираются в языковую историю. И нам не хватает критической массы, чтобы перейти к другим. Попытки Яндекса в Турции, сейчас внутривидовая борьба, внутривидовая, вызывает у нас внутри интернета скепсис, конечно. Да? То есть все всегда начинают ехидничать. Например, я тоже всегда говорю, слушайте, ну вы бы сперва научились побеждать русских, да? В России, в Белоруссии, в Украине, где постоянно идет потеря доли русскоязычности аудитории. Но тем не менее, я, как это же, если вот на публику, конечно, я горжусь тем, что они пытаются сделать, они в Турции, у них доля сейчас подросла. Другой вопрос, что, конечно, им очень тяжело. Не хватает охвата и мощностей, потому что у Гугла, еще раз повторяю, на каждый вот посетитель, на каждый доллар, затраченный на программиста, ну, по сути, там 10 единиц дохода, а у нас сравнить с ними 1-2. И вот в этой капитализации мы, Google может скупать все компании. То есть вот сейчас вот прекрасная совершенно история с робототехникой, там у Гугла идет развитие. То есть он может вкладывать в Google мобили, то есть которые будут ездить, в медицину. А у Яндекса очень сложная история, он не может, то есть, условно говоря, его денег для нас это очень много, но для России, да, остатков на счетах Яндекса очень много, да, а для того, чтобы купить какую-то зарубежную компанию, чтобы не тратить время на разработки, у нее не хватает. И в этом большая наша проблема. Я даже не знаю, может ли государство здесь чем-то помочь. Сложный вопрос был по патриотизм, да, потому что да, вокруг этого бьются оселком прям вот все, да, ну и все время вот вокруг этого приходится вот то, что я ожидал услышать, это я ожидал услышать вторую историю примерно вот как про патриотов.